Сама же горба должна прийти в понедельник. Ну, хорошо. Ладно, деньги любят тишину, будем ждать. Пешочком пройдемся. Пошли. Пойдем сейчас только что. Пошли. Как раз снег не владеешь. Да, нормально совершенно нельзя. Москвич. Красивый закат. Солнечный, золотой. Ой, золотой. Кинотеатр молодежный. Весь в ремонте. Снимаешь? Снимаешь. А, хорошо. Что, решил что-то сказать? Конечно, ты понимаешь, да. Да. Ну да. О, текстильщики. Что такое? С мусором ведет с полным. Да, хорошо. Вот он кинотеатр молодежный. Ремонтируются. Пандус ремонтируют для пенсионеров. Ой, для инвалидов. Для пенсионеров. Скричи. Еще раз. В общем, не с тем такая-то. Москвичи 50%. Здесь тоже стали. Красивый Сталин. Ты на автобус? А? На автобус? Давай пойдем пешком. Думаешь? Ну давай пошли. А вот автобус-то подъехал. Ну и что? Не хочешь пошли? Нет, ну ладно. Ну, пойдем по дворам, если не устал. Там следующего-то нету. Вообще, нам, конечно, время надо сэкономить. А? Ну, ладно, идем уже прогуливаться.
Время чуть-чуть сэкономить. Чтобы управить. Потому что программа будет очень большая и насыщенная. Все, мятина какая-то. Короче, очередная тошниловка, забегаловка. Вырастали руки. А что, ты Дикси-то уехал, что ли? Я хотела сегодня в Дикси зайти. О, а я хотела сюда зайти, в Дикси. Ну, это же надо. Ну, а как же? А как же? Нет, мне кажется, все-таки там ремонт будет. Они как вывеску торговую-то убрали. Нет, не убрали, Дикси оставили. Но это неизвестно. Что аренда закончилась. Вон 725-й автобус. А здесь делают это под мост через запал. А я хотела сегодня здесь сходить, вот пришла бы. Давай. Хэнд. Быстро перейдем, пока мы перейдем Хэнд. Точно. У нас 50 секунд еще на переходе. Ух. О, 47. 47. Зеленый. Наши это 42 успеем. Это Сын-то Маскович. Как всегда. Они там сегодня опубликовали пост о беспилотниках. Вот, если увидел, говорит, это перед собой водолаза. Чего? Выдерни шнур. Если увидел перед собой водолаза, выдерни шнур и надави стекло. Да, понятно. Да, это хорда. Ну, я так думаю, что все, уже пора заканчивать, потому что мы подсказали вам Москву и москвичей, которые живут в нашем богом избранном районе текстильщики. Воронежск, Саратск, то есть все это во всей красе видно. Давай, давай, давай. А, мы туда же пойдем, да. Вот, и это. Так что все увидели. Все, смешание.